2 августа, в день воздушно-десантных войск, одинцовские единороссы посетили гражданскую панихиду в храме Георгия Победоносца, а после присоединились к митингу возле Вечного огня. Как рассказал заместитель председателя Совета депутатов Одинцовского округа Александр Гусев, в торжествах участвовали представители ветеранских организаций, молодежных патриотических объединений и родственники десантников, погибших в разные годы при исполнении служебного долга.